вперед. Курс вест. Как Дима говорил. Курс на вест. Точка на карте и вперед. Войка городе опять Василий Шукшин. Обед скоро. Обед скоро. Час дня. О, нам везет. Выход в море очень тяжелая штука. Ну да. Очень тяжелая. Так, а сейчас, чтобы показали координаты, надо снова наверх, да? Стрелочку. Стрелочку нажимаешь, координаты показывают. Наш друг матрос меломан. Ну, Эдик берегись. Видать, скоро обед будет. Пухнет. Голова пухнет. Пора включать 340. Уже отдавать не будем, вот сами. Две цилиндра там вытащим, раз, это ясно. Вот главное, что делать с главным. Второй молчит. Если надо, все равно надо делать. Ну, в надо. Любом случае. Надо, вот именно, что надо. Ну, а то, а класс. Вот в чем дело. Да, курьер, говорит, Эдика с нами не сделали еще машину. Надо подождать, но мы перестали. Да, там что-то у них с насосиком. Перестали выбирать. Стоит. Водичка побежала. Ну вот. Вот, сидим. Ладно, посидим, покушаем. Да, все поскоро будет, да? Ну, наверное. Владик же думает что-то там. Ну, давай, дернем свет и посмотрим, будет все ли там. Мы прошлый месяц, прошлый год здесь все время кантовались вот этой. А, вот в этом месте, и, да? И довольно успешно было. Довольно успешно. Ну, калининградский. А вот, это где мы, в мае месяце мы работали? Да, весь май месяц, весь июнь, вот это как раз самое место. Ну, допустим, весь июнь до 9 числа. Не, мы до 7-го работали. Ну, все равно весь. Да. Ну вот, в этом году посмотрим сейчас, что будет или не будет здесь. А вот. Давно, девятого уже мы сдавали рыбу.
Ну вот, скоро обед. Шашлычок делаю, мариную мясо вот тут вот его потом в духовку так засунул, так, ну что-то типа наподобие шашлыка, конечно, натуральный шашлык, но с дымком, ну хотя бы так. Ну, дымка-то можно у механиков попросить. А запивать чем будем? Виски. Ух ты, сегодня живем. А что сегодня за праздник? На сейчас, на обед. Давай. Что? А что сегодня за праздник, что виски будет? Ну а что, настоящие сэры всегда виски пьют. О, вот это да. Приятно слышать. Я снял на камеру. Опять. Владик, во сколько ты говорил, будет обед? Пол второго. Ну, о, нормально. Просто в 10 часов, так сегодня мне, позавтракали. Мне говорили, час будет обед. Так, нет, 10 часов позавтракали, в час обед. Так механики задержали. Механики. Да. Значит, сегодня не будем выбирать. Да? Завтра пораньше встанем и все дернем. Как скажут. Завтра надо вставать 5 часов. А потом будет завтра, можно будет половинку, которую утром поставим, после обеда выбирать. Во, это будет разумно. Ну вот, как капитан скажет, так и сделаем. Да, так и сделаем. А сегодня Владик сказал шашлыки, а да, запивать будем виски. Шашлыки, да. А запивать будем виски, говорил, обещал. Да. Ну не знаю. 100 грамм виски. Для начала. Да. В сауну пойдем, попаримся. А вода? Вода. А мы... За бортом много. Хватит воды. Все, да. Механики мылись? Пенсионеры наши. Ух ты, хорошо живут. Сколько они там мыли, да. Хватит воды, боже мой. Ее мало расходуем. Тонну две зарасходовать, надо. А если мы помоемся без воды сегодня? Завтра вставать в 5 и выбирать все, и уже будет ясно, где рыба. Да, правильно, завтра все будем убирать. Да? Сегодня не стоит дергаться. Наверное, А насчет воды знаешь, как Эдик сказал? Хорошо. Если будем хорошо в бане себя вести и хорошо будем мыться, так он еще и воду даст. Такие эсэсовские замашки еще. Да нет, Эдик хороший, на него не ругайтесь. Эдик говорит, короче, только на камнях парится без воды. Ну вот, 50 миль, телефон работает. Ну, очень интересная газета. Спид-инфо. Ну, так это газета номер один. А что еще остается морякам делать? Ну, очень интересная газета.